на конкурс «Дети читают стихи». Специальная номинация «Я пишу стихи». Барашкова Полина, 14 лет, город Гагарин, Смоленская область. Стихотворение собственного сочинения посвящается моему лучшему другу. Ты учишь 3 языка, мечтаешь о странах дальних, в глазах твоих на века ум, что алмаза кристальней. Ты любишь порассуждать и мысли свои не скрываешь, часть жизни твоей книги читать, и первый луч солнца ты с ними встречаешь. Ты не терпишь ругательств и вредных привычек, неустанно наставляешь друзей, не даешь никому глупых прозвищ и кличек, и улыбка твоя всех на свете милей. Я порою тобой восхищаюсь, ты в ученье пример для меня, и с упорством твоим я мечты воплощаю, каждый день и минуту безмерно ценя.